Министр здравоохранения и социальной защиты встретился с переселенцами уже в полдень. Все они чувствуют себя неплохо, однако надо иметь в виду, что люди до сих пор пребывают в сильном стрессе. Алла Самойлова заверила, что кроме психологической, беженцам гарантирована любая медицинская помощь. Что еще необходимо, выясняли тут же. Здесь есть люди, наш центр связи. Где наши? То есть вот вопрос уже задают, где что, если симки, наши российские симки, созвониться со своими родными там, кто остались там. Вот симки пришли. То есть центр здесь. Все 70 человек приехали в Чувашию из лагеря временного пребывания в Ростовской области. Родных, оставшихся на Украине, не видели давно. Стоит ли говорить, как переживают и волнуются. Жена осталась, она медработник. Она тоже в ополчении. Ей пришлось остаться, а мне пришлось уехать. Кому-то надо было выбирать. Госпиталь сказали, стрелков у нас хватает, поэтому едь. А жену мы оставляем, потому что заменить некем. Соответствующие службы в гостиницу, где разместились беженцы, высадились десантом. Необходимо решить сразу множество вопросов, начиная от обмена денег, у кого они есть, и заканчивая трудоустройством. Большинство мамочек готовы работать, тем более, что им пообещали организовать мини-детский сад. Очень хорошо у вас вообще. Такие люди хорошие. Все очень все добродушные, стараются. Да, все деточки очень хорошие. У нас это редкость. Вопросы размещения тоже пока не сняты с повестки дня, но женщины рады и тому, что уже есть. Огромное спасибо вам. Ну, мы будем встречаться периодически. Периодически. Не дай бог, там, может, в палатках будем спать, что как бы дети маленькие, чтобы, не дай бог, не позаболели. А тут, ну, как бы, по нашим меркам, это, ну, как бы, шикарно. Мобилизация ресурсов принимающей стороны прошла успешно, хотя у Чувашии пока не было опыта по приему и размещению больших групп беженцев. Приходится учиться на ходу. Что-то подсказывает, это не последняя партия. Елена Гальперина, Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков. Республика.